Всем привет, мои хорошие. Заехала скупиться, купить продукты. Этот супермаркет я никогда здесь еще не была и вам не показывала. Называется Альфа-Мега. Сейчас я в рыбном отделе. Это просто глазной оргазм, как я люблю выражаться. Какие хочешь. Вот тунец какой. Ну, я тунец не очень люблю. Суховат. Его надо правильно еще приготовить. Да, это все. Там дальше кальмары всякие. Смотрите, мои хорошие. Это барабулька. С усами. Видите, она такая? А вот какая красавица рыба. Вообще. Здоровенная. Это, кстати, сибас тоже написано. Я туда ближе подойду, покажу вам этих осьминогов и всяких остальных жителей. Я заказала рыбку, женщина взвесила и пошла чистить мне. Люди, они как-то не чистят. Ну, и вот это красотища, смотрите. Здесь кальмары, осьминоги. Красавцы. Красавцы просто. Я не умею кальмары готовить. Я только в ресторане их умею есть. Здесь такие всякие. Соль, перец, мельница. Сейчас пойдем дальше. Помните, у меня видео было? Прямо такой спор вокруг этой рыбы разразился. Называлась она по-английски на той упаковке Red Mullet. И здесь то же самое, Red Mullet. Red Mullet — это из барабулька. Отличается она усами. Видите, какие усы у нее, у каждой рыбины? У того тоже были усы. Люди писали окунь. Это правильно? Это морской окунь из разряда барабулевых. Я уже скоро экспертом стану. Такой магазинчик. Это алкогольный отдел. О, суши тебе, пожалуйста. Только почему они без... Или это холодильник? А, тут холодно. Ну, это кто любит суши? Я не люблю суши. Рио, тонна, тунец. Мне нравится, иногда я покупаю, там они со всякими наполнителями идут. Hello. Овощи, фрукты. Я уже взяла яблочки, помидорки, но мне много не надо. Я так заехал познакомиться с магазином и рыбу взять. Вот такое мне надо, кстати. Смузи делать. И всякие салаты. Так пахнет сельдерей. Свежайшее. Все самое свежее. Что только может быть. За что я люблю теплые страны. Ой, как пахнет здесь. Стручковая фасоль, надо будет тоже взять. Кабачки. Манюнечки свеженькие тоже надо взять. А это их картошка, видите? Тоже сфасованная. Но она... Картошка невкусная на Кипре. Это не только я так сказала. Мое мнение сходится со многими. Ну вот она какая-то, я не знаю, но не такая, как у наша. А теперь мне надо спуститься вниз. И видите, здесь так проехать нельзя. Can I talk to you? Окей. Эвхаристо. Получается, моя тележка едет отдельно от меня.
Какая красота! Ух ты, смотрите. Такого я еще не видела вообще, честное слово. А здесь, значит, всякое разное, что женщины там не сложилось в своей тележке. А так люди и получают. Сейчас я свою получу. Иди ко мне, моя хорошая. Здесь для дома всякое разное. О, обожаю я ходить в таких магазинчиках. Вот такое мне очень нравится. Я тоже куплю себе для чая. Разный чай выкладывать можно отдельно. Всякое такое няшное. А часы какие красивые. В прихожую, да, вот. Ты куда угодно. Так, ну а здесь такое уже. Масло, крема. Заморозка. Я хочу филе куриное, но я не хочу замороженное. Что свеженькое. Но я там наверху не видела. Здесь всякие креветочки. А я, кстати, в новом платьишке. Бытовая химия. Кстати, еда для животных. Мне надо бонечки купить. И крабик мне маленький надо. Вот типа такого. Сегодня вышли гулять, я его потеряла. Что ж было б не я. Я в руке его несла. Мы шли на море с Боней. Утром его прогулять. Хорошо. И заодно, думаю, поплаваю. И в руке его поводок, и все на свете. Вот что мы едим. Цезарь мы едим. Ну, как-то так он плохо ест. Что-то вообще, не знаю, может, жарко ему. Вот такие надо нам взять. Разные. Все курица. Может, что-то новенькое какое-то ему, я не знаю. Очень любят вот эти вот скрулики. Ну, это я так называю. Скрулз, это по-английски такое. Ну, пусть ест. Ой, зайчик сладкий, хороший мальчик. Да еще. Я хочу просто разных, а тут только два вида. Ну, ладно. И для котов посмотрите, сколько. У них же коты, это, ну... Мне кажется, хозяева Кипра. А вот такие вот он еще очень любит. Курочка. Ну возьму, ладно. Любит мальчик. Это сухое филе куриное. Балованный мальчик. И он такое он нормально ест. Жара ему не помеха. Угу. А вот паштет поесть. Здесь тоже всякое. Все, что только хочешь. Моющее, чистящее. Для посуды. А мне салфеточки надо. Вот такие такого плана. Я ему сказала, что я вообще-то я могу это делать. Он так скривился, говорит, ну делай. Так, ну где же филе куриное? Да пусть меня выгонят с этого магазина, мне не нравится. Ой, смотрите, блинчики кто-то напек уже. Какая красота, не надо стоять и париться. Вот это мне нравится. Это
Это сыры мы, значит, проходим. Я не вижу цадзики. Это греческий вот этот вот йогурт с огурцами. Вкусная вещь тоже. Короче, ребята, я не в восторге, честно. Ну, смотрите, они как натуральные смотрятся. Что это, лаванда? Как натуральная. Пионы, пионы. Здравствуйте, здравствуйте. Моя новая платьишко, кстати, кто не видел. Так, ребята, я поехала. Там пос... Ну, короче, не очень интересно здесь. Ух ты, мать. Видели такое? Во, это нервы успокаивает. Ух ты. Класс. О, хорошо как. Я буду приходить сюда нервы успокаивать на этом манекене. Если что. Выехала из этой Альфа Мега. Смотрите, ребята, какое интересное здание. Как яйцо. Оно как-то называется, я не помню. Это офисные центры. Тут, наверное, расположены офисы у людей. Прямо по курсу моря у нас. Ой, красота какая, красота неземная. Краун Плаза. Пламенный привет, Краун Плаза. Линочка. Ваш любимый отель. А я еду в Лидл. Так хорошо скупилась, что еду в Лидл. Я хочу филе куриное. Какой-то супчик, не знаю, что-то такого легкого хочется. Рыбку я взяла. Теперь надо мне еще филе. Проедемся по Лимассолу, ребятки. Я сильно не могу телефон в руках держать. За это штраф. Ну, штраф за разговор по телефону. А я ж по телефону не разговариваю. Нет штрафа за то, что видео снимаешь. Я не отвлекаюсь ни на что. Полно всяких магазинчиков. Вот это самая центральная улица в Лимассоле. Я не знаю, как она называется, ребята. По ней едешь и доедешь либо куда. Ну, разве что надо сворачивать там, кому куда надо. По правой стороне от нас море. Мы едем вдоль моря. Вот эти дома стоят на первой линии, получается. Жарища 32-34. Ну, если ночью у нас 24, то представьте себе. Всякие разные чемоданчики. Меха, что хочешь? Все, что ты только захочешь. Линочка, значит так, я миссию выполнила. Ну, почти выполнила, наполовину. Осталось в Краун Плаза пойти по абонементу. Лина меня послала в Альфа-Мега супермаркет. Потом яйцо показала, дом яйцо. И Краун Плаза также показала. Миссия выполнена, моя хорошая. А вы там давайте, выздоравливайте. Чтоб все-все-все у вас было хорошо. Едем дальше. KFC, ребят, ни разу в жизни не была в KFC. Да я и в Макдональдсе. На пальцах можно посчитать. Я такое не ем. Мне невкусно это, мне не нравится. Единственное обалденное мороженое в Макдональдсе.
Когда-то у меня трансляция была, я ела, по-моему, мороженое в Макдональдс. Самое такое, вы знаете, вкус детства, настоящее, вообще такое вкусное. Ну, как-то ради мороженого я никогда и не захожу в этот, в Макдональдс. Как-то не особо мне интересно. Корова какая-то стоит. На каждом шагу эти аренда автомобилей. Ой, море. Море, море, мир бездонный. Это Луна-парк. А, и там Макдональдс. Проехали. Ой, какой красоты вид открывается, ребяточки. Все вам видно. А я вот как в той песне. Одной рукой ты гладил мои волосы, другой водил по морю корабли. Одна рука на руле. А одна рука репортер. Красотища, ребята, какая-то красота вообще. Ой, красота, мне надо поворачивать. Господи, боже мой, помилуй. Увлеклась. Я немного увлеклась. А вот и, пожалуйста, метро. И наверх туда Лидл. Сейчас я все вам покажу. Вы все должны знать. Где ваша Аленушка ездит. Вот мой любимый метро. Ездят ребята не, конечно. После моей Швеции. У меня мозг взрывается иногда. Просто они такие активные, они такие нервные, блин. Они сигналят постоянно. Я в стрессе периодически нахожусь. Они постоянно сигналят. Так, а вот и Лидл, ребяточки. Мне сейчас надо сюда повернуть, блин. Все, вот и Лидл. Да это же вообще другое дело. Если хотите, я вам покажу этот Лидл. Конечно, хотите. Вот мне в Лидл интересно. Так, я могу часами ходить. Вот это там весы всякие есть, сувенир. Боже, я не туда поехала. Ладно, ребята, я припаркуюсь и включусь.